Назови ингредиенты мыла. Масло, щелок и вода. Какое масло? Любое. Отвечай четко и не кривись. Итак, какое масло? Любое растительное, либо сало. Как получить сало? Из животного жира. Как именно? Его вытапливают. Что такое щелок? Он из золы. Что из золы? Щелочь. Щелочь. Как ее получают? Как? Я не знаю. Почему не знаешь? Я вчера рассказывала. Я не помню. Помнишь? Нет! Не помню! Не смей говорить на этом безбожном языке в моем...